Следующая тройка претендует на звание самой несовместимой. В ней оказались украинка Марьяна Зубко, миссис Украина Богдана Назарова и скромница из Казахстана Гульнур Маликова. Гульнур осталась верна своим принципам и вышла на сцену в целомудренном длинном платье. Но ты же видишь, что это платье не подходит. Ни к вам, ни... Ну ты же можешь что-то сказать подружке? Мы говорили. На самом деле я предлагала надеть всем короткие платья. Просто Гульнур хотела вот свое длинное платье в пол. Ну скажи, убеди, скажи, некрасиво смотримся, неорганично, не подходим. Трио произвело чрезвычайно слабое впечатление. Нет ощущения, что вы будущие артистки. К сожалению, вы все не проходите. Кстати, умоляю вас, возьмите меня, пожалуйста. Спасибо. Дайте мне еще один шанс, пожалуйста, я умоляю вас. Тут дело не во мне. Публика вас не примет такими, какие вы сейчас есть. Поэтому я вынужден просто констатировать факт, что вы не подходите пока еще для такой работы.